Сейчас узнаем. Он чистый, не знаю. Тут, наверное. Здравствуйте. А мы хотели. Это, наверное, ресторан. Да, ресторан пиццерии, да. Магазин все равно. Магазин там, да? Все, пойдем в магазин. Если, кстати, можно и пиццу купить. А, можно, кстати, да. Они же готовят, точно он. Сырная варня. Ага. Какой? Это трава. А в специях красный, да? Да. А, есть перцы в специях. А черный? А черный есть. Я бы твердый какой-нибудь попробовал. Ну, смотрите, твердый. Есть пармезан 2300, выдержка 11 месяцев. Либо средняя выдержка 1900, это до 8 месяцев выдержки. А более выдержанный тогда? 11 месяцев, все, больше как ничего нет. Либо карфили 2,5 года. Это единственный сыр, который остался, и то это все последние. А карфили он с чем идет? Это... К чему? Не, к чему? К любому, потому что это классика. А все коровье молоко? Все только коровье молоко. Ну, я бы попробовал выдержанный пармезан. Ну, а что вот этот не будет больше? Ну, и этот попробовал. Хотите карфили и сливочный? Карфили тогда. Давайте попробуем. Живете вы, попробуйте, как-то больше его все-таки чувствуется. Весь сыр смотрится. Конечно. Так, еще что попробуем? Ну вот. И вот карфили. По всем остальным дням, кроме вторника. Это другой, да? Это вот первый, который это вот мы попробовали. Это да. Боскорский сливочный. А это карфили. Смотрите. Дело в том, что боскорский – это очень сыр, приближенный к пармезану. То есть пармезан конкретно мы не варим, потому что пармезан – это у нас нет 11 месяцев. Все, что после 8 месяцев, уже начинается созревать. Между рубежом 7-8 начинается созревать. Конечно. Либо... Да. Мне вот этот вот понравился, я бы маленький кусочек взял. Сколько такой. Вы мне скажете, столько я вам отрежу. Давайте прям, да, вот. Половину? Чуть, нет, чуть-чуть поменьше. Вот да, вот так вот. Так что вы просто попали на вторник. А-а-а. Будем знать, на вторнике нам не надо попасть. Удачно, ребят. Что вы говорите, надо вообще вас принимать. Удачно для вас. Значит, она вам не нужна 300 лет, это дегустация. Да. Ну, я просто супруг сыр любит, я думала, что он попробует, но что-то еще интересное для себя найдет. Да, да нет, вот в том-то и... У нас российских сыров много, но достойных на самом деле... Которые действительно очень вкусные, очень мало. Есть средние выдержки и прованская травка. Тоже это странно, но травы просто не очень любят, я не знаю, как они любят. Ну, он, в принципе... Розмарин любите? Давай попробуем. Ну, розмарин-то елка, да? Да, елка. Классика. Да. Классический выдержанный. С перцем, как вариант, я не знаю, насколько. А где ты с перцем ведем? Какой лучше а это что? С перцем, ну я так понял, это он остренький, да, будет? А там перец такой красный? Капли. Нет, только черный. А, ну, значит, он не сильно... Это аромат, который, да? Нет, я не черный. А это что такое? Так я такой никогда слышал. Скоморца. Даже во времена, когда я думаю, что он очень интересный. Мне не очень. Да? Почему? Ну, он такой... Потому что ему нравится как классика. Да, и мне посолонее нравится. Ну, вот когда я ела, когда я не понимала, чего у меня проблемы, мне спажи не понравилось. Я вот такие вот кругляши. А это что? Здоровье нельзя, да?
А это что за сыр? А это что за сыр такой? Вот это. Скоморцы. Ну, вам тоже не понравится, потому что везде добавлено. Там и перец, и баженец. Все понятно. Классики нет, это классики просто разобрать. А вообще потрясающий любой. Вот любой. В принципе, вот этот сыр, кстати, ты покупал. Шикарно, шикарно. И тут облагораживает очень хорошо так. Давайте ее тогда. Да, с собой одну. Он чиз. Творожный сыр, моцарелла. Есть моцарелла, бекон, томатный соус. Моцарелла, бекон, творожный соус. Но я... Нет, вот нет, это, наверное, он чиз. Хватит фотографировать. Почему? Беселочки красивые у них.